они там лагают. Пугают. А медведь заберет. Давайте встан. Этого лакея с щепухой надо заб... Бери щепуху, пожалуйста, она стоит так, видно мне. Не, ну официантов-то не надо было завести. А до Морауза свободно? Ну, по сути, да, там осталось два моба. Ну, окей, короче. Давайте и поехали своим ходом. Так, пойдем. Я что-то не думал, что официанта просто приведешь. Ну, я мармором. Я пачку взял слева, там пару штук. Че они прибежали, покой ходят. Арбор режет, станы дают. Неприятно, типа. Да не потихо, медведь. Или лок. Потяни только где-то треть комнаты. Даже четверть, наверное, не больше. О, тут и береги формят. Да не вот этих вот. Придите любить. Угол тут бей.
Когда чистите трэш, я 5 ВП поставлю, это съебало. Так я вроде на месте захожу. Чё, будем искать подходящий состав? Какой подходящий? Ну не знаю, не помню, там два барона вроде бы, да? Два важно. Как я сделаю? Вахер, кто главное, чтобы не было ШП и барона рыжего. И все. Мысли они сбрасываются и выйдется. Агришь, выходишь, и они заново появляются. Лок, шкаф. Да и есть идеальный сетап. Лучше не придумаешь. Два лорда, да? Ага, заебись. Пинг 8668. Идеально. Анима. Хотя, вроде не лагает. Сейчас, секунду, я немножко раздуплюсь. Это ваш состав? Десятки статик? Нет. Или вы так чисто собрались? Это рейд в среду. Просто рейд в среду. Короче, ваша задача. Сейчас придумаем. Криспин, Фернс и Деррис. Кто из них? Деррис вроде Мортова кидает вихрь. Криспин хуйня. Короче, сыграем вот в этого Дерриса, потом по Морозу. Кто не знает, что делать? Что, все в курсе? Короче, ну, Сапило. Там, где стоит... Крест, череп, луна, ромбик и зеленая метка. Там будут появляться... Сейчас, секунду. Там будут появляться такие большие круги с призраками. Моя задача. Забежал в круг с призраками и танцуешь. Это надо делать в определенном порядке. После того, как ты потанцевал, у тебя появляется дебаф. Что делать с дебафом? Пока ты под дебафом, ты не можешь ни наносить урон, ни хилить. Ничего из этого делать ты не можешь. Ну, ты можешь, но ты там еле бьешь. Та задача. Вот на этих столах больших будет хавка. Три вида хавки. Рыба, кабан и пудинги. Та задача. Съесть желательно кабана. Нету кабана, ищешь рыбу. Схавал, бьешь босса. Если совсем ничего нету, ни рыбы, ни кабанов, жрешь пудинг на крайняк.
С этим здесь понятно. Если ты не забегаешь в свое время в, короче, этот круг призраков, ты просто стоишь в Сайленсе, и тебя ебет босс. Рейд умирает. Нет, не только он. Все стоят в сале. Ты это объяснил. Просто рейд умирает. Сам факт. Да. Дальше. Ты похавал кабана, у тебя вешается другой дебаф на минуту. В эту минуту ты не можешь заходить в эти круги призраков. Если ты стоишь и просто хуяришь по боссу. Это твоя задача. Дальше. Сейчас я назначу порядки слева-справа. Если что, буду флексить людей, чтобы там кто-то шел в одну сторону, кто-то в другую. Но порядок будет, скорее всего, один и тот же. Дальше. Это была первая фаза. Ваша задача. Жрете еду, бьете босса, чилите. Силами жрете рыбку, но желательно жрете так, чтобы снять морозу стаки. Если вы знаете, о чем я. Дальше. Танки. То же самое. Я буду говорить, когда ваша задача найти ближайшую там кабана или пудинг танком, которого я скажу, и захавать ее с ближайших столов. Желательно не бежать там сломя голову, спиной к мобам, к боссу, чтобы вас там разъебало за 2 секунды, а просто потихоньку, спиной, вот так медленным шагом и пошли. Захавали, бьете дальше. Дальше. Кейра ничего не хилит, Володька, забудь про нее. Дальше начинается вторая фаза. Ко второй фазе у нас останется 3 живых моба. Ваша задача на третьей фазе просто бить Мороза. Вы бьете Мороза и Лок, у нас Еха. Твоя задача стоять дальше всех от босса. Что происходит? Ты стоишь дальше всех от босса, у тебя кидаются кортики, которые нужно прохилить. Кинулся кортик, если тебя не выхилили там за 6 секунд вроде, ты умираешь. Ну, если тебя на фул не подняли. Ну, тебя прохилят, у тебя там связка душ всякая хуйня, если ты выживешь. У меня нету связки душ, у меня демон. В смысле? Ну, ты же в демоне. Я... Блядь. Тебе надо вот эта штука. Ты ее обязан как сделать. Ты на Локи играешь вообще? А, стой, подожди. Не, ну я могу спихнуться в демона, ну как бы. Так при чем тут демон? Типа любой дестрик бегает со связкой душ. Нет. Но в смысле нет? Ну в прямом нет, не обязательно. Обязательно. Короче, ладно, похуй плюс похуй, тогда кто? Хант, ты будешь стоять на самом большом рендже. Там, в смысле, там сколько брони, давай? Четырнадцать. ШП сколько брони? Скажу. Ну, под бафами там своими. 6900. Я думаю, все-таки хант. Пусть хант будет. Хилом стоять это посос, это забудь. Короче, хант на макс рендже, ловит кортики, получает поебал. Дальше, что происходит? Время от времени будет идти череда убийств. Ваша задача миликами, кто кончает череда, отойти от босса, где он стоит. Там, не помню, какие-то из миликов трешовых крутят вихри, они наносят урон, вы можете подохнуть, короче, без слова смерти. Бэров у нас нету, так что жить вам недолго. Дальше. Босс Мороуз также дает АОЕ вокруг себя, так что лутайте поменьше урона. Ну, старайтесь. И самое важное, танки, надеюсь, вы шарите. Медведь, ты шаришь таунтик когда? Да, на второй фазе. Ладно, я постараюсь адонсить. Войд, ты шаришь, когда таунтить? Хорошо. У вас у обоих есть символы на таунт, чтобы не промахнуться таунтом? Медведь, есть символ на таунт? Символ Рика?
Сгоняй и купи символ, мы подождем, потому что это будет эпик. Если ты промахнешься таунт. Типа, одна ошибка, и ты ошибся чисто. Киньте шкаф локом. Цитаты великих людей. Тогда. Так, ну что, пока распределю людей с левой стороны. Первый начинает лок. Вот тут вот. Твоя задача либо в красной, либо в луне закрыть. А, первые танцы будут где-то через 15 секунд после пула. Дальше с правой стороны первый будет хант. Дальше с левой стороны второй ШП, с правой стороны второй Володька. С левой стороны будет Уюни, с правой стороны буду я третий. Здесь это понятно. Ну и все по сути. Да, ты третий. А хилам рыбу как? Постоянно, типа, есть? Стоит, есть или как? Я... Короче, мана на 50% просела, ешь. А, окей. А если не проседаю? Ну, если не проседаешь, то я буду говорить, когда есть. Ну, короче, ты видишь на морозе больше 2 стаков бафа, можешь хавать. А, все, вот эти. Все, я понял, понял. Ты с креста луна. Короче, крест луна, первый лок, второй ШП, третий вар. В квадрат и ромбик, первый хант, второй энг, третий вар. Это понятно. Медведь готов? Там что-нибудь плюс-минус сладкий. Так, пока рыбу закидываю, обновите все баф. Сзади рыба стоит на полу. Ну и все. Босс легкий, только чтобы не упереться по ДПС, нужно, чтобы все быстро хавали. Это относится к танкам и хилам. Ты напуливаешь всех, кого можно, в медведя. Медведь будет сидеть на трэше, а этот пал на боссе. Мы играем в Деринса, напоминаю. Вот ебал его эти вихри, так что... А мне так. Что, надо кого? Нет. Да там похуйня, не дамажит. А, ну окей. Вы держите примерно... Шакин. Можете вот тут в желтой метке подержать. Можете подержать вот тут. Держите, короче, в одной пачке, просто рядом со столом, чтобы вы похавать могли танками, когда я скажу. Все, готовность на пул, на баф. Если у кого чего не хватает, пишите в чат. Все готовы, дайте танкам разобраться немножко с агро, сразу не бейте. Четыре, три, два, один, погнали. Медведь забирай. Воида прохил. Играем по Деринсу. Локхант первый, забери, пожалуйста, Деринса с меня. Приготовились танцевать. Танцоры появились. Локхант, хорош. Следующие танцы 5 секунд. Лок и Володька. Танцоры появились, Володька. Готовьтесь, будет сало.
Очень далеко, пиздец. Бывает. Пламя поешьте. Поезд гоняю, у тебя за спиной там есть торт. И верни потом Морозов. Блять. Еще сало будет, сори. Дай руку по себе. Ладно. Так, надо будет, чтобы справа хил потанцевал, если что. Справа. Потанцуйте хилай. Тони, быстрее направо. Вот поэтому не надо жрать со столов, или то, что не надо. Выходите, войдите. Войдите. Выбегайте из комнаты. Хил, хавайте рыбку, не хавайте кабанов. Кабан увеличивает урон. Окей. Вам лучше хавать рыбку, потому что она вам ману хилит. Потому что вы жжете кабанов, вы забираете его, это у ДДшников урон, грубо говоря. Да пофиг. Да нет, там просто кабан лежит, я к нему подхожу, мне хил проебал, он такой хоп, сожрал. Обидно, блядь. А потом он идет танцевать, а у него дебаф висит из-за этого. Точно, у меня же дебаф был. Я просто смотрю 5 стаков у Мороза, я думаю, ну надо же съесть, наверное, что-нибудь. Здесь все подняли, так что. Если будет снова 3 с одной стороны, я буду просить, наверное, ШП вправо смещаться. Или ханта влево. Лок, ты можешь просто поставить портал между двумя этими метками и стоять в центре с кучей. Киньте по воинам. Кто там? Ну, посмотрим. Барон, ШП, да, выходите. Выходите. Ведь пусть пуль босса и тащи сюда их. Тотемчики тауч. Все, беги к нам. Не уходите далеко, там просто мороз. Да, вот. Это был идеальный сетап. Простите. Да похер. Ладно, короче, пусть Тау жрет, а на ДЦ не жри, просто там щитуй, не щитуй. Ну, короче, если тебя много захила, там не надо. В основном танки проседают. Бля, снова идеальный. Два лорда этих, да. Короче, снова по Дерису играем. Все бафы вроде есть. Крик на хп обновите, готовность на пул, дайте там по танку. Что там надо, все есть. Володька готов? Ну сейчас пау рыбку-то пожрет. Так без рыбки. А, ясно. Да пускай пожрет. Даю отсчет. Пять, четыре, три, два, один. Поехали. Первые танцы готовимся. Первый танцы лок. Заберись у Юни Дерриса, медведь. Медведь. Второй готовимся, ШП или ХП. ШП. Третий у Юни ты будешь с правой стороны. У Юни или Хан. Лучше уже беги 3 секунды до танца. Танцы слева, Хан. Хорошо. Дерриса добирайте, добирайте, играйте по Морозу.
дистанции 5 секунд. Энг или у Юнибуд. Володя. Медведь, хавай рыбу сзади тебя. Я могу взять рыбу там? Я там иду. Справа. Я иду. Еще одно сало будет, подхилься. Хорошо. Слева хант у тебя откатит? 20 секунд. Не откатится. Хилы, смотрите, если будет. Хилы, потанцуйте. Прожмись, Войт. Дайте только по морозу. Там вместо ШП кто-то что побежал. Еха, хант катит. С ШП Тау зайдешь там? Я уже зашел за место хилы. Лево хат. Готовьтесь, скоро будет перефаза. Володька, у тебя откатится же, да? Перефаза. Готовьтесь таунти. Скажу, когда медведь. Мороза таун. Таун. Сливать бесполезно, бейте только мороза, таун. Таун. Танки, а вы можете с одной стороны встать, а? Ну, типа, тут может заебись. Таун. Ой, встань мороз в этого, в медведя. Готовьтесь к рабочей, да, надо будет прожиматься. Прожались, у кого что есть. Будет 3 череды, за 3 мы должны убить. Забирай. 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 Забирай меня. Цепной хильте. Поднимай лучше обычной хилкой. Тау, поставь топер на природу. Давай гимнаману сделаем, может быть, и тотем. Тебе ману надо? Прожались. Даю гимн. Забирай. ШП пропой на ХП гимн. Не ожидал. Феникса подними.
РДД, станьте кучненько, пожалуйста, блядь. Шаман цепной хилит, ему легче жить будет. Не стойте в мелизоне, РДД, отойдите назад на 3 шага. Зао, встаньте. Еха и... Готовьтесь, череда будет. Ую не поднимите, череда пошла. Забирай. Прохильте чуть-чуть, и мы убиваем. Не могу, блин. Выбегайте. Ну, то и не прохиливайте. Когда почему? Короче, ТДД, типа, вы стоите в зоне, это полная херня. Типа, босс дает себя за спину, да не за спину, там, вокруг себя УЕ всегда. Не помню, как это дичь называется, что типа обратный удар или какая-то такая херня. И вы тупо лутали со всеми миликами. Обратный выпад называется. Просто стойте вот, блять, у стульев. Жизнь хороша. У стульев, либо здесь. Хант может уйти просто вправо-влево, ему похуй на вас. В зеленой метке... Нет, даже не в зеленой, блядь. Еще дальше. Да вот, пусть... Вот, вот. Стулья, сейчас, вот, пускай стоят. В зеленой метке примерно стоят РДД. Вот просто стали у себя в кучу и стоите. И Хант просто чуть назад на столе отошел. И все, и чилите. Там в июне после первой фазы, да вообще все, короче, блядь, только вы убили первого моба Дерриса, ну, короче, черепок, вы просто забиваете хрен и лупите просто в босса. Любой ваш клиф — это просто бесполезный урон, он ничего не дает. Быстрее вы убьете босса, тем нам проще. Да, я вижу. Это просто в общем, типа, ТОЕ урон тут просто не нужен. Он нужен только на первой фазе, когда вы бьете Чуепок и Мороза. За эвейдинг, слышите, выйдите. Что-то манал этого со станами моба. Ванька, угадай, кого я буду нового персонажа делать. Что, еще Энха? Не, Энх там я этот, вообще-то успеха хватает, можно сделать. Давай, Элема. Ты, блядь, ну, я насчет это думал, но нет, пока не надо. Да или я могу на Энхе сделать, типа, у меня тут плюс-минус подходящие эти. Ладно, давай, как все, давай мага ловать. С магом, да, мне нахуй, ненавижу их вообще, я не умею им играть. Я пытался им играть, я вообще заупал. Не, хочу медведя. Что ты хочешь в руки? Зеркалю опять нахуй x2 себе. Не, я варям не люблю, мне валяется вар один. Да, это же самое, выйдите. Просто вот варш, этот, у нас мишка есть, типа, все хорошо, но вот АУЕ у него пиздец слабое, он не вкачал размах. Это очень печально для него. Здесь? Да, но он вкачал не тот талант немножко. Я бы на его месте вот не вот это вкачал, а вот это куда лучше вкачал. Может, АУЕ просто агро будет лютое. А то, что две энергии там от него это растерзать теряются, да это еще похуй в медведя. Ты в Т4 хуяришь, у тебя там постоянно по КД, у тебя все есть. Обычно вот это растерзать качается только на котах.
Рыба стоит, сколько, хавайте. Насколько я помню. Кто там Дороти? Бьем Дороти. Задача убить ШП и тупо убить лицо Мороза. Готовность. Прист готов? Конечно. Я отвернулся просто. Хорошо, запускаю. Кейси пул. 5, 4, 3, 2, 1. Первые танцы готов. Танцы. Танцы. Следующий волочка будет танцевать. Ты кикайте моноберны именно, только моноберны. Танцы лок или ШП? Да я первый смотрю. ШП первый, лок второй будет. Похавай сзади тортик паладином. Танцы, 3 секунды. Готовься, Локо. Володя танцует. Реакция мангуста. Танцы, 8 секунд, следующий. Одна секунда. Танцы, там Локо. Следующий будет вар танцевать. Два вара танцуют, короче. Морозы. Можете фул кливать. Медведям сходи похавай что-нибудь. Можешь рыбу, можешь кабаночку. Танцы 10. Мои. Следующий хан танцует. У тебя откатится? Да. Хорошо. Сейчас я рыбу захаваю. Хилавию там похавайте. Один хил пусть зал похавай. Я вижу рыбу, я похаваю рыбу, да? Да. Дальше хант и лок хавают. Танцуют. У тебя откатилось лок? А, нет. Блять, вы танцуете за лока быстрее кто-нибудь. Я не могу. Кильте танков. Фулл клифф бейте, мобов там много бьет. Все, спасибо. Все, следующие танцоры. Не бегай спиной к мобам, пожалуйста, надеюсь. Еще танц, Володька. Перефаза пошла, бьем босс. Черепок можешь поферять протопалом, если будет время. Ну, как только затаунтил, можешь поферять. Таунт паладином. Ладно, похуй, не надо, не теряй. О, лагает, да? На все, короче.
никого почти не дамаз. Ну, залу потом тотем на природу переставь, когда будет время. Когда пошел. Еще из мороза играемся. Прохил. На следующую череду нажмешь мастакру. Стопайте клиф, сейчас Тамара. Готовься там мастакру давать каких-то. Там крик на хп обновить надо. Мастакра. Забирай. Ману даю. Забейте. Что там, ботиночки? Ринка. Роняйте людей сразу. Ронять? Да, ронять. Падайте. Помню, вас доделаю и сел этот дебаф. А сколько он висит, тут не написано? Там и не будет написано. А, до конца висит, наверное, да? Жизнь. Не, он спадает, но долго висит. Падите, вас резнут просто и пойдем дальше. А вы же с каким-то, с одним анролом идете, да? Или как у вас? Нет, ничего такого не писал. А, окей.
Поехали. Скиньте там бафы, какие есть. Да, чё пачку. Смотри, мы бафы. Там Триню может кому просто танком разыграть, не? Может, поможет. Окей, забери, пожалуйста. Тринька полный шлях. Не убегает танка, она не таунтится, слышишь? Забери танком, лакея. Заперто. Чем могу быть полезен? Вот поэтому на медведях классно размах качать. Трэш очень тяжело срывать потом. Кинь ДЦшкой пару маздиспелов. Я уже кидал. И еще можно. Ну давай еще. О, все. А что там было? Ну, ходки висят на мобах. А, так ты сказали бы, я ж не знал. Там похер, типа, и так перебить можно, но приятно. А, вижу. Володька, а у тебя тотем не качанный, да? На хосту? Нет. Может, всю жизнь такая есть в рейде. Не, там могу кое-какими талантами там в будущем. А, хотя нет, я уже и так этим пожертвую талантами, нахуй. Сделал бы просто так, дополнительно. Да, прилетом дополнительно. Это мне тогда либо кольцо огня убирать, либо еще больше жертвовать интеллектом. Либо щитом уроном. Спасибо уже. Дайте отпиться немного, тут некоторым надо мана. Нового байка убить. Тут понемногу тяни, ща буду таунтить, просто будешь забирать мобов. Стойте там на ступеньках где-нибудь. Готовы? Дай там гнев. Знаю, это то ли провайдер у меня выебывается, то ли Сирус выебывается. Это Сирус, я говорю, он подлагивает. Типа у меня не подлагивает, у меня он выдает пин 300+, и иногда фризит на 1.5 секунды. Ну фиг его знает. По стулу убей. Так, вы пока могу повпьете, я могу сбегать покурить, шаман справится. Да, давай. Спасибо. Дайте сало по мобу, не подходите к ним. Или аккуратнее. Порядок.
Там слугу только не зацепите. Так, теперь вопрос снова тот же. Кто не шарит, что делать на боссе? Нам пизда! Все умрем. Ну, у вас два вара, вы позбиваете, значит, да? Да. Ура. Вся, всякая разница. Ни ГКД не тратишь, ни кастуешь, ни одного ствола, какая разница. Неохота смотреть на косты. В смысле, две метки. Конкубин убить. Он брал уже, видимо. Уже будем в клетке. Вот я чихпых, вот это там влево-вправо куда-то нет. Да. Ну, он про это и говорит, две метки ставятся обычно. Там не метки, там просто среди статуи, иди сюда статуи. Позиция по кругу, очевидно. А в двух местах ты не сможешь стоять всегда. Другая в могиле. Какой-то один молодец агрится, вот ловил. Я сейчас еще приведу, там конкубина убьет. Ой, ой. Лови, медведь, лови. Вторую. ТРДД, отойдите подальше. С охранником подойди к танку. Он забрал. Уехал походу. Нет. Бейте конкурен.
Володька, где тотем? А? Говорю, где тотемы? Где? Кончились, сломали. Правь. Да, типа, чё вам от них толку? Правда. Они бесполезны, как говорят. А теперь оставь тотемы. Не было Бенха, я бы не искал медведя. Нет, давай мне тут не-не. Бля, не сагрил. А я хотел поиздеваться над тобой. Так он не агрится, в принципе. Хочешь проверить? Давай, хоть ебало ему зайди. Ну сегодня поле зрения, блядь. Володька, попытка не удалась. Опа, нахуй! Ты серьезно? Ты во мне сомневался? Я, конечно, знал твои таланты, настолько... Да, Павлович, сомневаюсь. У тебя тьма немножко ебанутая. Я же тебе говорил об этом. У него 2-2 лучших талант, подойти приключения на жопу и сдохнуть, где попало. Это